Кулицкая Преображенская церковь 1839 года постройки. Находится в Вологодской области, близ деревни Кулига. Вокруг погост. Здесь у нас вход. Здесь еще кладбище. И немного внутри. Упала верхняя часть потолка, но сам купол сохранился. Я так быстро не хожу. Да, вот. Там у нас алтарная часть. Пальцем можешь не тыкать. А здесь нам удалось вырубить деревья. Здесь во время разрушения послевоенные годы не осталось от колокольни ни следа. Силами местных жителей, а также волонтеров, которым очень нравится данный памятник архитектуры, очень просим вас помочь нам, чем возможно. Это кладбище. Здесь также очень древние захоронения, и там новые. Почистили. Здесь вторая часть, вход. Сохранились решетки на окнах. Ворота, к сожалению, были растащены после Великой Отечественной войны. В настоящее время составлены чертежи под руководством архитекторов. И также продолжаются очистительные работы. Нам необходимо для начала старта, как помощь в сборе материала, так и финансовая помощь. Всем спасибо за внимание!